он подъехал на машине серебристой BMW. Он в красивой форме синей, с телефоном на ремне. Он работает в таможне, он имеет там лаве. И к нему приходят люди очень важные. Я его узнал не сразу, хоть во все глаза глядел. К нему тут же подскочили для решения важных дел. Он мигнул одной сеньоре, мол, пройдемте в кабинет. А остальным табличку «Сори», извините, мол, обед. На таможне все серьезные дела. Каждый хочет, чтоб таможня на провоз добро дала. Пропустить или подвинуть, сколько взять и что забрать. Отпустить, располовинить, лишь таможне все решать. Помню, в детстве занимались мы атлетикой, вот смех. И с барьером 200 метров бегал он быстрее всех. Хорошо учился в школе, приводили всем в пример. И еще имел болонку с грозной кличкой Бультерьер. Он вообще хотел овчарку, у родителей просил. Но желанного подарка так он и не получил. И тогда болонку Надю он на западный манер приучил, чтоб откликалась на кликуху Бультерьер. Он хотел иметь овчарку пограничником, чтоб быть со служебной собакой, чтобы родине служить. Но была болонка Надя, он ее дрессировал. По приколу ей таблетки кушать разные давал. А болонка полюбила очень сильно наркоту. Стала чуять ее сразу, где угодно за версту. А способности такие, как известно, сейчас в цене. Их взяли на работу в управление. На таможне он с начальством всем на «ты». Он работает в отделе по отбору наркоты. И теперь он в шоколаде и возьмет любой барьер, как его болонка Надя по кликухе Бультерьер. Я трясусь листом осенним, на досмотр я стою. Сейчас рентгеном мне просветят душу грешную мою. В пиджаке 4 сотки, сверху нормы, не беда. В сумке вот 5 литров водки, сейчас отнимут, это да. Я же еду в Эмираты, ну а там сухой закон. Целый месяц мне поститься, это право не резон. Вот уже я рядом с ними, вот и очередь моя. Пригляделся он, Василий. Вася, здравствуй, это я. Мы обнялись, как родные, он меня не обыскал. И смеялся очень сильно, как про водку я сказал. И сказал: считай, братуха, тебе просто повезло. И в моем лице таможня на твой груз дает добро. А потом мы посетили дьюти-фришное кафе. Накатили, закусили, рассказал он о себе. На прощание дал мне список, чего можно, что нельзя. Чтобы я не увлекался, несмотря что мы друзья. Чтобы я не увлекался, несмотря что мы друзья.